каков цвет ночи? Добро пожаловать домой. Приветствую, брат. Приветствую. Я Ачива, хозяйка этого убежища. Люсьен рассказал мне о тебе. Добро пожаловать в темное братство. Теперь ты будешь жить в нашем убежище. Пусть оно служит тебе новым домом, местом, где ты можешь найти успокоение и защиту, если в том возникнет нужда. Когда ты будешь готов к работе, поговори с Винсентом Вольтьери. Он отвечает за распределение заданий для новых членов семьи. Но прежде чем ты уйдешь, прими этот дар от твоей новой семьи. Это уникальные доспехи. Они легче, чем доспехи из обычной кожи, и черны, как пустота. Теперь иди. Я и так слишком задержала тебя. Винсент ждет. Ты найдешь его в его покоях. Иди, дитя мое, да пребудет с тобой Ситис. Ох уж мне эти глупцы из церкви и их 9 божеств. Нет никаких божеств, кроме вечного и жестокого правления нашего отца ужаса, Ситиса. Чтобы воспользоваться услугами темного братства, заказчик должен исполнить ритуал Матери Ночи. Только тогда она услышит его мольбы об убийстве. Это древний обряд, темное таинство. По всей империи каждый день люди взывают к Матери Ночи, умоляя ее забрать жизни других. После того, как человек исполнит ритуал, с ним связывается уведомитель. Выплачивается сумма золотом и оговариваются детали. Так было всегда. Люсьен не часто появляется здесь. Его обязанности в черной руке отнимают у него много времени, поэтому он доверил мне руководить этим убежищем. Это не единственное убежище темного братства. Есть и другие по всему Сиродилу. Во главе каждого из них стоит уведомитель черной руки. Ступай, дорогой наш родич, да заключит тебя Мать Ночи в свои холодные и любящие объятия. Я рад приветствовать тебя в этом убежище, мой новый брат. И
Я столько слышала о тебе. Но почему, сестра? Добро пожаловать. В чем смысл? Зачем утруждать себя всеми этими прятками? Зачем красться? Мой дорогой Гагрон, ты убийца темного братства. Само наше существование, тень и скрытность. Ты ценишь наши секреты. Конечно, я ценю наши секреты и ничего не предавал. Ах, это ты. Наконец-то мы встретились. Использовать скрытный штук. Сердечно приветствую тебя. Полагаю, беседа с Ачивой уже состоялась. Я Винсент Вальтьери. Я даю поручение всем новым членам семьи. Пожалуйста, пусть мой внешний вид не пугает тебя. Дела темного братства и его догматы стоят выше моих потребностей как вампира. А теперь, если новоприбывший готов к работе, я выдам тебе твой первый контракт. Контракт — это секретный договор, заключаемый с темным братством. Нам платят золотом, и мы удаляем определенное лицо из этого мира. Контракт передается опытному ассасину, который выполняет обязательства, взятые на себя темным братством. Так было всегда. При выполнении контракта у тебя появляется возможность заработать премию, если соблюдены определенные условия. Теперь перейдем к делу. Я не знаю, как ты относишься к пиратам, но тебе придется убить одного из них. Капитана. На его корабле, окруженного его командой. Тебе это интересно? Превосходно. Вот что тебе нужно сделать. Отправляйся в портовый район имперского города. Там ты найдешь корабль под названием «Мария Елена». Взойди на корабль и найди его капитана, Гастона Туссо. Он будет в своей каюте. Ликвидируй Туссо любым удобным тебе способом. Сейчас эти пираты усиленно загружают корабль какими-то товарами. Возможно, тебе удастся проникнуть на борт в одном из контейнеров. О, еще одно. Возьми в привычку беседовать с членами семьи обо всех текущих контрактах. Их интуиция может оказать тебе неоценимую услугу. Будучи пиратом, Гастон Туссо пролил немало крови. Кое-кто жаждет мести, и они наняли нас, чтобы мы осуществили ее. Но, брат, пролей для меня немножко кровушки, дорогой брат. Требует тонкого подхода. По крайней мере, тебе должны нравиться... А, новый член нашей семьи. Давай сразу расставим все точки над «и». Догматы удерживают меня от того, чтобы убить тебя. Но я не обязан тебя любить. Я буду продавать тебе снаряжение, но только потому, что меня заставляет это делать Ачива. Нашей семье не нужны посторонние. О, Ситис, я не могу потратить на тебя весь день. Поторопись. О, Ситис, я не могу потратить на тебя весь день. Поторопись. Прочь от меня, домашний кот. Посмотрите на этот чушь, мех. Чушь, говорю. Какой я. Какой позор. Золото и магические побрякушки не заменят мне свободу убивать того, кого я захочу, так, как я захочу. О, Гагрон. Может, твои методы и грубоваты, но у тебя преданное братство ты сердца. Ты будто темный дар самой матери ночи. Ах, это ты. Сердечно приветствую тебя. Я Телендрил, лесной эльф и верная дочь Ситиса. Надеюсь, тебе понравится наше убежище. Пираты? Как правило, они очень ловки, подвижны и хорошо владеют мечом, но редко носят доспехи. Да, еще, они обычно не пользуются луками и магией. Добро пожаловать! Добро пожаловать в семью! Я бы крепко обнял тебя, но Ачива просила меня не делать этого. Это твой первый контракт? Не надеешься на премию? Ха!
Это правильно. Лучше забудь о ней. Кому нужны магические штучки, если у тебя есть клинок? Самое приятное, когда ты с жертвой лицом к лицу, это возможность сперва прошептать ей несколько слов. Ну, знаешь, что-нибудь устрашающее. Например, как-то раз у меня был контракт на убийство маленькой девочки Норда на ее дне рождения. Она подумала, что я шут. Но я сказал ей: «Нет, я посланник смерти». Ох, как изменилось ее лицо. Она так и не дождалась своего 6-летия. Удачной охоты, брат мой. Я вижу у тебя контракт от Винсента. Очень хорошо. С каждой жизнью, что ты забираешь, Ситис становится все сильнее, и братство процветает. Как-то я убила пирата. Правда, тот корабль был в открытом море, где-то между Варденфеллом и Солстеймом. Какие были времена! Ступай, дорогой наш родич, да заключит тебя мать ночи в свои холодные любящие объятия. Добро пожаловать в нашу семью и в это убежище. Надеюсь, здесь ты будешь чувствовать себя как дома, в любящих объятиях нашей госпожи Матери Ночи. Мария Елена, говоришь? Я видел этот корабль. У него на корме есть балкончик. Думаю, с него можно попасть в каюту капитана. Может, это пригодится. Да не покинет тебя тень Ситиса, дорогой брат. Добро пожаловать, брат. Я так рада, наконец, встретиться с тобой. Надеюсь, у тебя все в порядке. Меня перевозили на тюремном корабле. Там было тесно и темно. Развернуться особо негде, зато много темных уголков, в которых можно спрятаться. Учти это. Удачи, брат. Надеюсь, тебя не убьют. Я хочу сказать... Ну, ты понимаешь, о чем я. Здравствуй, брат мой.
Скажу тебе, парень, это плохая примета. Женщина на борту пиратского судна? Во времена моей молодости такое было не... Да ладно. Сколько раз Мальвулис уже спасала наши шкуры? Капитан Туссо держит ее здесь не просто так. Она куда более опытный моряк, чем любой из нас. Эй, парень, ты хочешь меня обидеть? Возможно, она круче меня, но чтобы она была более опытным моряком, это невозможно. Ух да, как я мог забыть. Как-то мы чуть не врезались в скалы недалеко от Фестхолда. Тогда за штурвалом стоял кое-кто другой. Я говорил тебе миллион раз, это была не моя вина. Рулевое колесо было загажено чайками. Рука соскользнула. Такое может случиться с кем угодно. Но такого никогда не случалось с Мальвулис, так? Знаешь почему? Потому что она даже во сне может управлять кораблем лучше, чем ты, старый дурак. Запомни мои слова, мальчик. Эта шлюха, темный эльф, принесет нам несчастье. Капитан найдет свою смерть вместе с ней. Вот увидишь. Лучше попридержи язык, старик. Если капитан Туссо услышит такие речи, он прикончит тебя. Теперь пошли. Мы и так Капитан? Приветствую! Я так рада видеть тебя! А может, тебе что-нибудь нужно? Да, дражайший брат. Я могу чем-нибудь помочь тебе? Только никому не говори об этом. Однажды я займу место Ачивы. Нужно только подождать. Люсьен Лашанс с первого взгляда видит настоящий талант.
Удачи, брат. Надеюсь, тебя не убьют. Я хочу сказать... Ну, ты понимаешь, о чем я. Итак, пират ликвидирован. Превосходно. Никто не будет скорбеть по нему, и Ситис остался доволен. Пожалуйста, прими в награду черную ленту. Это кольцо, сила которого может оказаться весьма полезной для тех, кто ценит осторожность. Я рад твоему возвращению. Если желаешь взяться за работу, контракт уже ждет тебя. Мы должны инсценировать несчастный случай. Если ты убьешь жертву определенным образом, получишь значительную премию. Ты принимаешь этот контракт? Как я и ожидал. Твоя цель Бенлин, лесной эльф. Ты найдешь его в его же доме в Бруме. Тайно проникни туда, избегая встречи с его слугой Громмом. На втором этаже есть потайная дверца в кладовку. А в кладовке находится крепление охотничьего трофея, подвешенного над любимым креслом Бенлина. Между 8 и 11 вечера Бенлин обычно отдыхает в этом кресле. Ослабь в это время крепление трофея, и он упадет в точности на жертву. Если Бенлин будет устранен каким-либо иным образом... или его слуга Гром будет убит, можешь забыть о премии. Теперь иди, и да пребудет с тобой Ситис. Да, дражайший брат. Я могу чем-нибудь помочь тебе? Как ты планируешь попасть в дом этого человека? Через парадный вход? Будь умнее. Поищи неприметный путь внутрь. Например, через погреб. Удачи, брат. Надеюсь, тебя не убьют. Я хочу сказать... Прочь от меня. Я знаю, о чем ты думаешь. Гагрон слишком большой, чтобы красться. Да, это так. Я предпочитаю вламываться и разносить всех в пух и прах. Ха! Слугу зовут Гром, говоришь? Скорее всего, это Норд. И большой, наверное. Если он поймает тебя, приготовься к серьезному бою. Удачной охоты, брат мой. Приветствую, брат. Надеюсь, у тебя все в порядке? Если дела пойдут плохо, забудь обо всех планах и просто убей жертву любым удобным способом. Ты потеряешь премию, но контракт все же будет выполнен. Ступай, дорогой наш родич, да заключит тебя мать ночи в свои холодные и любящие объятия. Я так рад видеть тебя вновь. Надеюсь, твои контракты доставляют тебе удовольствие. Если жертва стара и слаба, как ты говоришь, то его слуга наверняка будет его полной противоположностью.
Лучше держись от него подальше. Да не покинет тебя тень Ситиса, дорогой брат. Имей снисхождение. Всего одну монетку. Что Нервалин покинул Моровинд и отправился с экспедиции на Акавир. С тех пор о нем ничего не слышно. Это неудивительно, учитывая бурное прошлое Моровинда. Нам остается только надеяться, что эти проблемы решатся сами собой. Пока. Доброе утро. Скелетов лучше всего уничтожать большим оружием. Забудь о заклинании. Просто врежь им так, чтобы кости разлетелись в разные стороны. Действительно. Доносились ли новости из других провинций? Сейчас везде плохо. Говорят, в Моровинде пропал тоже человек Вивек. Это все очень тревожно. Нам остается только надеяться, что это безумие скоро закончится. Что ж, несчастный случай подстроен, и Бен-Лин мертв. Отлично. Ты более чем заслуживаешь свое вознаграждение и премию. Я дарю тебе этот кинжал. Это зачарованный клинок, известный как Шип Страданий. Он обладает смертоносным ударом, уверяю тебя. Да, ты ценное приобретение для нашего сообщества. Полагаю, стоит повысить тебя. Я произвожу тебя в истребители. Так держать. Теперь иди, дитя Ситиса, иди и отдохни. Силы тебе скоро понадобятся.
Скучаешь по работе? У меня как раз есть контракт. Тут требуется эксперт в области скрытного проникновения. Что ж, я в тебе не ошибся. Твоя цель — темный эльф по имени Валендред. Он думает, что в тюрьме он в безопасности. Он трагически заблуждается. Недавно из этой тюрьмы бежал заключенный. Он использовал сеть туннелей, ведущих в канализацию имперского города. Отличная возможность попасть внутрь. Как раз неподалеку от имперской тюрьмы есть решетка, ведущая в канализацию. Недавно она была закрыта на замок, но я дам тебе ключ. Найти Дрета и его камеру тебе будет несложно. Кроме того, я думаю, ты уже знаешь тот путь. Вален Дрет был приговорен к длительному сроку заключения. Язык-то у него острый, но сам он слаб и тщедушен. Убить его будет легко и приятно. Ты получишь премию, если выполнишь этот контракт, не убив ни одного из тюремщиков. Теперь иди, и да пребудет с тобой мать ночи. Брат, могу я задать вопрос? Конечно. Все говорят о твоих последних ходах. Тебе удалось не только ликвидировать цель, но еще и шестерых солдат имперского легиона. Потрясающе. О, ты, наверное, имеешь в виду контракт с теми сиротами. Да, это правда. Дети действительно пытались защищаться. Бедняжки. Хе-хе-хе-хе-хе-хе.